Я говорю о песне, которую, о произведении даже, о композиции, которую я для него написал, на стихи Мережковского, «Христос воскрес». Дело в том, что если вы внимательно послушаете, это он пел про то, что случилось с ним. Христос воскрес, поют во храме, но грустно мне, душа молчит, и этот гимн пред алтарями так оскорбительно звучит. Когда бы он был среди нас и видел, чего достиг наш славный век, как брата брат возненавидел, как опозорен человек. В блестящем храме Христос воскрес, он услыхал, какими горькими слезами перед толпой он зарыдал. Когда б он был среди нас и видел, чего достиг наш славный век, как брата брат возненавидел, как опозорен человек. Властелинов, не рабов, умолкнут стоны и проклятия, и стук мечей, и звон оков. Он лишь тогда, как гимн свободы, как эхо благостных небес, воскликнут страны и народы, Христос воистину воскрес. Он лишь тогда, как гимн свободы, как эхо благостных небес, воскликнут страны и народы, Христос воистину воскрес. Христос воскрес, поют во храме, но грустно мне, душа молчит, и этот гимн пред алтарями так оскорбительно звучит. О, лишь тогда, как гимн свободы, как эхо благостных небес, воскликнут страны и народы, Христос воистину воскрес.